Татами 3 готовится на уровне Мансалфана Сарин. Успехов в Ганчоле. На татами 1 на первой жалобе Касьянова Анастасия. Уральская федеральная область. На татами 1 приглашает Талкин Екатерина, центральная федеральная область. Ищенко Дарья, южный федеральный округ. Готовится рисовать 448 килограмм. Ковченко Ульяна, южный федеральный округ. Версидская Мария, Приволжский федеральный округ. На татами 1 победу одержала Долгих Екатерина, центральный федеральный округ. На татами 1 приглашается весовая категория 48 килограмм. Зачем Ульяна, южный федеральный округ, Версидская Мария, Приволжский федеральный округ. Готовится Павленко, Приволжский федеральный округ. Академия, Москва.
В этой встрече победил Монтуш Альберт СТО. На татами приглашаются Нацал Хана, Садик Аспифо, Горчу Олег, Санкт-Петербург. Татами Лапа. Татами 2, победа держал Роман Нурлан, Москва.